По меньшей мере 32 человека погибли, еще 10 пропали без вести в результате крупного пожара на азербайджанском морском месторождении Гюнишли в Каспийском море. Об этом сообщил глава комитета по защите прав нефтяников. Аварийным службам удалось спасти 42 человека. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Они осложнены сильным порывистым ветром. Пожар начался вчера вечером. По предварительной информации, причиной возгорания на платформе стал штормовой ветер, который повредил газовую линию.